возвращались недавно из реки, достаточно поздно. И проезжаем на одном месте, у нас там рядом в селе, стоит машина, ночь, а место вообще не для парковки машины точно. Такая развилка, ни к селу, ни к городу. И мужики стоят, раз, мы проезжаем медленно, и они так, знаете, палево, типа, опа, на нас развернулись, смотрят. Я прикалываюсь, говорю, наверное, крадут лодку. Там была такая байдарка деревянная, но неплохо выглядела, внутри камни. Один мужик поставил, вроде как, знаете, для чего? У него апартаменты, чтобы его легче было найти. Наверное, он говорил, вот на развилке где-то лодка, подымаетесь. И точно, прикиньте, они, значит, вывалили камни и, наверное, смотрели, какого качества эта лодка, чтобы ее спереть. В итоге она наверняка оказалась лопнутой, потому что, ну, вряд ли кто-то прям новую ставил, покупал для этих целей. И они ее просто возле дороги кинули. Ну, вот такие вот есть, короче, люди интересные, даже у нас. Говорю, даже, но есть такие везде, просто где-то это массовно происходит, и вообще оставить ничего нельзя. Ну вот, теперь ты в песке, да? Иди помой в море, а потом вытрешь. Потом прочитала весть такую: на Дальнем Востоке парень один продает шоколадку Баунти с этим, ну, с кокосом. Якобы где-то, ну, я не знаю, я особенно такой информацией не увлекаюсь, по кокосам не отрываюсь. В общем, типа где-то на плантажах сократилось количество этих стружек, ну, и свежего кокоса. И якобы цена возросла там в разы. И вот он, услышав эту весть, стал шоколадку продавать за бешеные деньги. Ну, 1000 рублей, типа, у него стоял старт. Захожу я в магазин, у нас этих шоколадок здесь тонн, всех разных видов и мастей. Ну, не обязательно ту марку покупать, их много и других есть. Сушеная крошка, свежая крошка, засахаренный. Кстати, очень классно, засахаренный кокос. Не знаю, продают у вас или нет, но наверняка. Он такой похож на... Знаете, на что мне напоминает? Раньше сахар для диабетиков такой был, только кругленький. Ну вот, прикольно. И он не слишком сладкий. Вот, интересно, вроде обычно, когда сухие эти фрукты, они... Как он, фрукт, да, считается, или что? Они еще слаще. А тут вот, наоборот, с кокосом так интересно, он... Более мягкий получается вкус. Ну, короче, я посмотрела, удивилась. Еще больше бы я удивилась, если бы у него кто-то этот батончик, конечно, за штуку купил. Что у нас еще интересного происходит? И вообще происходит? Татьяна, это уже у нас прикол. Типа, как воруют машины? Берут между колесом и пластиковыми деталями, засовывают бутылку. Типа человек слышит какой-то треск, выходит из машины, и пока он выходит, там наклоняется и проверяет, что это за звук, у них забирают машину, типа запрыгивает внутрь, там ключи зажигания и уезжают. Все так ржали, я не знаю, у кого получилось так украсть, все ставят сразу фотки, типа у нас и не засунешь ничего, типа хорошо прилегает. Другие там говорят, мы когда слышим странные звуки, мы наоборот, типа, еще быстрее едем. Некоторые, типа, так это наоборот хорошо, найдешь, типа, 50, ну, типа, деньги, тут же бутылки сдают. А я пошутила, говорю, да, говорю, у меня машина стоит меньше, чем эта пластмассовая бутылка, я сплю спокойно. У меня столько лайков было, все так ржали с комментов. И у меня полные эти калоши песка теперь. Ну, короче, не знаю, дурость такая полнейшая, какие-то... Сумасшедшие люди, какие-то вести ненормальные. Так, что еще интересное? А, у нас вот над городом новое кладбище открыли. Такая типа весь, да, весь дня новое кладбище. Но вообще, конечно, это хорошо, потому что у нас старые, они, знаете, как там прям такой лимит уже один на другого, плюс изменениями законов о том, что вроде ты не можешь выкупить свое место. И через, по-моему, как оно было, 30 лет проходит, и все думали, оно твое. А на самом деле фиг, и тебе надо подписывать новый договор. Ну, я про это рассказывала, а? Да-да, хорошо, сейчас. Я рассказывала про это дело, и многие ахнули просто. Типа, они теряли свои места, тем более, если люди не живут уже в Хорватии, или половина родственников померла. Ну, там, знаете, как идет? Один на другого ложат, и они в землю как бы, ну... как бы в коробке просто складывают, уже даже не гроб, а просто в коробках. Ну и вот там очень красивое место с панорамой на море, церковь рядом, такая, ну, типа упрощенная. И теперь вот все из Треквеницы, наверное, будут переселяться наверх туда в свое время.
Так, сейчас я, дочке надо руки помыть. А, еще такая была штука на Дальнем Востоке. Но насколько это реально, я не знаю. Сказали, что будут делать дороги из мусора. Типа там что-то перерабатывать, пластик, крошить, добавлять. Он якобы будет лучше реагировать на, в тех климатических условиях, и дороги прям будут зашибись. Ну, как бы я опять же прокомментировала, что их до сих пор и делали из мусора. И опять люди все там аплодировали стоя. Ну, да, знаете, когда посмотришь там деревни, и люди рады, если им не дорогу сделают, а просто землю утрамбуют вот плотно, для них это считается дорогой, и они рады. В этом году вообще было много проблем. Размывало, уносило, не помогали, даже если вообще были какие-то реально... Ну, мосты или хорошие там трубы поставленные для подземных вод не помогало. Там вообще последние года с потопами жесть какая-то происходит. У меня у бабушки, которой мы потом продали дом, также годами подтопляло. Так что не знаю, там что будет с их дорогами, но вообще, конечно, жалко, что люди в таких условиях вообще отрезаны от всего. Из мусора, не из мусора, но что-то с этим делать, конечно, надо. Ага. Хорошо, сейчас. Хорошо, все.